показывается при воспроизведении, а записывается на полный экран. Типа я пытался там разрешение поменять, не знаю, что делать. Чат окна? У тебя, наверное, захват рабочего стола. Нет захвата экрана? А. Ну, попробую отдельно захватить игру. Так ладно. Надо делать. А я, короче, пробегусь там до ворк, ну, короче, до чумы в этом, в Африке хочу поглядеть. Мистерис, ставь шкаф, давайте сумони там. Сейчас я врелок. Все уже ставит. Блять, кто-то бой навесил. Ну, самые умные сейчас бьют проклятого, да? Не, нету боя. На нем ничего нету. Ну, сумоните тогда. На 10 метров меня суманули. Скилл. Короче, Турет пишет. ХЗ, Слава, что-то, что там в Дисе? Где он там? Вместо кого мне... Точнее, Семёну. Короче, я не вкуриваю. Ты в Дисе, нет? Он туретом хотел пойти. Ну, у него КД было на РС. Там я так и не понял. То ли бисер, то ли это самое. Не объясните, я потому что забыл уже, блядь. СМ пишет. Ну, блядь, я говорю, в Дисе спроси. Бля, сука, алики в агримаре, пиздец, как это твой кумок? Да там обычно не алики, там обычно эти ренегаты. Да, пидормоны вот эти, они меня кумарят, ты шо, ну блин, бегу на аукцион, должен сейчас по-быстренькому там купить, там, не знаю, чтобы 20 припотов, нет, все. Это ты еще рыбу на этом не покупал, о, то есть не фармил на Толгороде. Я Толгород по КД фармил, блин, я вчера Толгород залетел от Паначухи. Там с женой не спали, фильмы смотрели, я говорю, ну дай, говорю, зайду сейчас, сделай, крутану и, сука, на маха выпал. Блин, отвечаю, ну сколько, 20-25 минут, это все квесты плюс контракты. Но мы, короче, шли full DD. А, не, вру, танк был, тела не было. Ну вот, кто в Сибири живет, с утра мы заходим, это огород делать. Сколько там, часов 8-9 заходишь, тут никто ничего не пиздит, спокойно делаешь. А у тебя сейчас сколько времени? Сколько у меня сейчас времени? 9 уже. 9 вечера, да. Ага, а у меня вот 5. Ой, мрази конченые. Как они меня кумарят уже. Поэтому лучше идти куда-нибудь в подгород сразу. Нет, позавчера или вчера там паладин пиздил всех. Его пятером пытались убить, он всех запиздил. Может, есть у кого-то эти? А что, Фарла ушел из гильдии? Ну, ему неудобно.
Понятно. Это Войд, если что, вот я могу Инсика уйти на замену, мы можем взять кого-то другого. Турет хотел похилить. Вот Турет. Только я хз, кто это, он даже не в нашей гильдии. Это Бисер. Бисер. Мне кто-то писал там вместо Сёмы, типа он потом зайдет. Когда, во сколько он зайдет? Да, там Геншин должен был зайти. Понял. Должен был или зайдет? Ну, он должен был прийти. Коконы. А что у вас, на пул есть вообще? Ну я стою в коконе, как я на пуле лёг? Три роги. Три кокона, что ли? Вот чё эти жуки уходят на рейд? Чё ты, Войд, сегодня будешь ГПшку давать? А надо? Говорит, а хочешь? Да, я думаю, надо. А может кто-то почту ставить в инсте или нет? Чтобы да, расслабона не было. Кого-кого? Можно ставить. Ну все, там я не знаю, кто поменял мне местами с Туретом. Я тогда на замену. Тебе почту надо поставить? Ну да, там на ой, на ребре, сейчас я рест на 2 минуты, и если что, Лока, самонете, мистер, потому что тут вот эти номерки, или номер Си, там, я не знаю, как они, дебилы, бегают. Не написать. На Толгораде? Да нет, я вот по гримаре хотел бы, ну думал быстренько, что там, пока думал трэш, да я бы уже, блин, с вами трэш бил бы, просто вот это чмо бегает конченое. У нас же есть же тут АПВП гильдии, я сколько видел, что они ничего не могут придумать. Ну вот, вот, но иммерсия это ПВПшная гильдия, и миссия ПВПшная. Остальное это так. Да они сейчас, блядь, ни рыбу не дают ловить, твари, блядь. Да мне там это, рыбы не рыбы, вот сейчас просто там штумануться бы, блин, и все. А так сейчас... Пока я ТП шли, туда-сюда, они туда бегали, тут нигде на зоне не спрашивают. Ебать, боешка. Кстати, шкаф. Что стоит? Где боешка? Да там синька. Ой, сразу пошел плясать. А че, спек от собой этот, нет, танка? Можно прям авку минутку? Прям минуту. Да. Короче, я не знаю, как тут реснуться. Не надо спекаться. Самый умный со шкафом тыкните тогда, если он уже стоит. Вон, рарник, прыгни на ребро, на леди танка. Чтоб полегче было. Что, шкаф-то поставишь? Ханда, ты где будешь на дистанции стоять, лужу водить? Справа, слева. Блять, можно было бы на шкафометку поставить? Я бы поставил. Вон стоит вход. Мистер, ты ресаешься или что? 2 минуты надо ждать. А не шо? Я не знаю, как. Я в банке стою, за банк выхожу, оно все пропадает. Пропадает у меня, блин, как, а ну, а хотя, о, может, сейчас получится. Так, секунд. Ты в Мулгоре сделай, блядь, это. Или где-нибудь. Дом. В Лунасвете, нахуй. Где эти пидоры не стоят ПВПшные. Да дело в том, что он ресается, его ёбну сразу. Моментально смотрю уже. Все, по 6 хп у него. Хоп, 0-6, 0-6, 0. А попробуйте начать призыв. Я рестнусь и сразу
это саманусь, если так можно. Ну когда ты резко хочешь. Где-то написано. А, нельзя, нельзя, да, так. И зип. Сейчас, сейчас вы забагаете, нахуй. И, если ты мертв, нельзя. Слушай, делать. Я не знаю, нахуй. Ты там решай, короче, эти проблемы. Ну, мы что, да, стоять сейчас будем ждать, блядь? Все, 10 минут мы убьем пока ребро. Да вот я, короче. Да ебал, сейчас ТП получишь. ТП-шаюсь. Опа. Все, я ТП-шал, все в Далаан. Сейчас прогрузится. Пару секунд. Кони, ты шо? Вот ты из-за такого, сука, существа вот это вот время тянет. Так а нахуя тебе этот банк, этот аукцион, зачем? Да я припоты хотел себе купить. Да и нахуй эти припоты тебе нужны, они в Геру нужны, а не здесь. Все, в принципе, можете самонить. Там поставьте почту. Ой, давай релогайся. Я не ебу, я не ебу нахуй, как хотите, мне похуй. Холиков спекайтесь, хоть в чё спекайтесь. Хотите идти в рейд, значит идите. Релогайся, мистери. А зачем? Не знаю зачем. Ну можешь в Далране посидеть, блядь. Мы сейчас пульнем. Потому что забагали тебя, блядь. А, ну честно. Только быстрее релогайся. Да вот. Там почту надо было кому-то? Все, не надо. Кися, делаешь чеку кофе? Нет, там кто-то на поветривается окно. Рация, на кнопку поставь. А ты что, чай из кофе пьешь? Все. Коктейль из чая с кофе, это хорошо. Да, ну спать кофе заливать завод. Ебать, я охуеваю, как мы с вами охуенно стоим нахуй перед ребром, да? Всем нравится? Да, я говорю, все. Ты релогнулся? Да. Вот, прошел сон. Так, это замена я кикну, то вдруг потом выйдут с инста. Забагается это. Рыба еще не кончилась. Короче, Хэлло слева постоит, лужа поводит. Нажмите лапу. Ультрадур, прожми лапу. А, Кива хочет постоять. 5, 4, 3, 2, 1. Как ты лежишь, я не понимаю. Костерез под ебало заходишь. Ультрадур рез. Беги, малышка, беги! Подкаст.
Bone Spike Cast. ДПС хуйня. Bone Spike Cast. Килия демон, да? Там далеко вообще не кишет. Он лужу, если что, водит. Не, просто говорит. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Storm cast. Осколок выпал. Угу. Так, кольцо. Меткость крит. О, мискликнул там, если что. Кто? Султан. Я даже не понял, что нажал. Случайно мышку приводил. Один хуй на оф. Палец говнище на шипа. На мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Так, ну это никому не надо, это хуйня. Так, у кого там распыл есть? У меня. Блять, сейчас погоди, я свяжусь с тобой телепатически и узнаю твой имя. Так, у кого еще раз? Фон Килия, Канген. Килия или Канген. Я думал, он сейчас так же повторит у меня. Килия, да? Это он говорил у меня или нет? Да, да. Понял. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить.
А это тишина такая, да? Ага. Все сосредоточено. Затишье перед бурей. Короче, я слева, Рардик с хукмастером справа. Мастер твой с лестницы, моб. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. Запускайте. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Я пока не могу использовать. Восстань и обрети истинную форму. Ты не в силах противиться моей воле. Ой, блять, этот прок не слов, извиняюсь. Проклятие, вообще умеете диспелить? А что вот тут трэш стоит дохуя? Алло, остальной рейд. Алло, блять, милики. Тут мобы с щитами, надо их убить. Че это за залупа вообще? Давайте Геру. Ультрадру, у тебя вихря нету, что ли, на панели или что? Он не проюзался почему-то, не знаю, неприемлем. Вообще было. Он Кунген, Рарник, духи взрываете. Spirits. Духи вон появились. Вивс, Турет, Хурюк. Молодцы. Гера, получается, удачная будет. На ГП? На ГП. Я что, дайте контроль, пожалуйста. Spirits.
spirits. Так, вон да. Что бывает, когда не отходишь от духа? Я вот сразу перед лицом попал. Гери тоже так говорят. Что-то это, я давно 25-ки то ли, блядь, забыл, то не был. Что, не выходит, что ли, здесь мобов? Нет. Бля, почему-то казалось, нахуй выходит. Не, обычки не выходят. Такой лук вкусный. Хан, тебе не надо это говно? А штаны? У тебя аддона нету, там поставь аддон и PGP лутмастер. Штаны тоже не надо. Так, рарник можешь в ДД. Благодарю вас. Пока вы не прибыли, силы были неравны. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Мы будем сдерживать орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота Усмирителя, занять позицию. Мордан, ты где? Я упал, написано. Ну так вставай, блядь. Так бегу. Куда бежишь? Куда? На корабль бегу. У меня только призраком тебе показывают. Потому вот. Что бежал по площадке, вижу падение. Все. Ну едь к нам, короче. Ранцы берите. Килы в пушке не садятся. Значит, хукмастер тут постоишь. Ну и рарник пускай. Ну и седжу. Остальные все туда. Мага убивать быстрее. Ебать, видимость, конечно, обоссана, наверное. Ты сразу полетишь, как обычно? Ну да, там секунд через 10, может. 5, 4, 3, 2, 1. Все, летите туда. Скоро маг будет. Сейчас
Вы все 3 ДЦ или чё? Не, там один холик и 2 ДЦ. Я холиком. А кто холиком? Аккаунт. Так, ну давай один хуй, короче, зубы. Я дал тебе. Это не ты дал? Трейдер. А-а-а. Давай турет теперь зубы. Ой, я упал. Я сдох. Улетайте, улетайте, убегайте, сейчас убьет у нас. Сейчас стаки скинутся, потом вернетесь, мага добьете. Да сука, ну улетите, блять. Ну стаки с него так не скинутся. Что ты делаешь? Сейчас скинутся, прилетите, мага добьете. Ну-ка, стаков терпел. Да хук мастер, сбегай туда. Зачем туда бегать? Он убьет его. Ну, стаки скинутся. А, в танке. А, ну это... Допрыгайте, добьете. Все, и мага добьете, сразу пушки убивайте. Там на один выстрел. Все, можете улетать, там нечего делать уже на том корабле. Кунген, спекнись там, покажи, какой у тебя шмот. С рука танчила? Не.
Еще осколок. Кто с пятницы в танка? Все, я хочу побить. С рука. Вместо меня. А ты танчи. Танков нету, хули. Курюка тогда давай спекать. Давай в одного танка, хули. Так, это никому не надо. Вот так вот весело, да, когда танков нету. Не побить нихуя. Давай, Хурюк, спекайся, короче, до одного босса. Я спекнулся, можешь посмотреть. Ну, худовато. Конген. Да, ну, на этого, на сурка хватит. Просто что таунтить, когда ты знаешь. Давай. Не танчил никогда. Да хули там танчить? Метка крови появится, на танке забираешь. Нажимаешь ротацию. Ну, блядь, есть ДС, могу сказать просто. Запомни второго танка в цель. Как у него метка появится. А. Или ДБМ тебе скажет. Будет. И переагривай. Кунгенный хукмастер. Хукмастер первый. У него на пол. По запам, говорит, что-то. Ёбаный в рот. Назвали его Дранош. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Так, каких-то бафов на мне нет. Лапку дайте нормальную. Давайте сразу только веру. Давайте Геру. Two, one.
Дамаг пиздец, конечно. Да вообще нечего. 18,7, блядь. Так, что там? Блядь, вообще тема. 23. 21 хурюк. А, 20. Ну, я 3 не поменял. Как подобает. В Награнде, рядом с матерью... Султан, заебись. Белфаст. Первый раз я вижу. Кого ты видишь? Волю. Так. Токены бесплатно. Можешь обратно в РДД. А ты вар сколько даешь обычно, Курген? ДПС. На сопке? На сопке где-то 18-19. Нормально. Можно считать равноценная замена. А что, с каждого босса скулок падает? Нет, просто везет. Это потому что шейм рядом ходит. Не, ну просто да, сейчас, если вот так вот она, ну, конечно. Нет, теория есть, если в шеем в рейде, то сколько больше. А если два шейма, то сразу по два скол. Ну да. Это все теории. Так надо 10 собрать и сразу каждому собирать. Чтоб по 10, чтоб падать. ЭДК сколько там уже ему сколько? У него вроде 25, да, было? А у кого-то 25 было там? Или что? Это у Холидринка. А. Да, вот с РДДшниками, конечно, поступили не очень. По поводу легендарок? Угу. Ну а чё вам не нравится? Ну а ты попробуй Джайна убить. Вам добавили ведь контент, где её можно достать, хотя его да, вообще не должно. Вы ещё жалуете. Да тури, блядь. Есть классы, которым вообще этого нету, легендар. Ну, это да. Давай, возьми хоть один. Нет, имеется в данном контенте. А разве урок есть в легендарке? Или данке? Ну, это трансмог. Трансмог. Клыки? Ну, они в катаклизме. Именно легендарка есть? Клыки. Шем считается легендаркой. После сейчас тоже считается легендаркой. Все, две легендарки, бля, сейчас в игре. Волонир. Для хилов. А левая все. Есть рука легендарки? Вот кто там линканул только что? Чура, а можешь линкануть левую руку легендарки? Другие легендарки, которые вы думаете, это не сама легендарка, это просто трансмог их делают. Ну это на 70-й. Да, зенотки сделают, переработают. Лук для ханта тоже переработал с Килджетом. Чё, ждём чёрных там получается? Да их сделают так же, что их нелегко будет достать, тоже квесты пойдем.
Но они говорят, на Афе падали, если вероятность его очень маленькая. И скорее всего здесь тоже будут падать с такой небольшой. Да, они падали. Как маунты, короче. Аналога нельзя, да, будет их на трансмута деть, типа как левую, правую руку. Там написаны классы даже. Ну да, воин. Вот левую базинотку 1.4, уф. Ну блин, ну красиво было. Ну эти левую таскали, а правую там кто с даггером. Ну а они нахер? Красивые, очень красивые. Я только понять не могу, почему воинам азиноты, это же... Фурики были без хватки титанов БК, да, они да, две одноручки носили. Что-то понятно. Вон, клыки бы сделали с катаклизма, ништяк было. Там же вроде дальше по контенту какой-то даггер 1.4 идет, нет? Ну, в смысле, в Сирусовском. Ну, пока еще нет. Может быть, ведут. А на X2 есть что-то такое, там, на рогов, на ходу? Нет. Ну, тогда. Тут не скоро ведут. Там, мне кажется, просто для рог невыгодно, потому что только роги будут их собирать. Ну почему? Только роги будут донатить на это. Для хантов так же удобно. Они введут пару легендарок точно так же и все. А они поэтому и на офис этим завязали для одноклассовых. Ну это прикольно, мне нравилось делать на катаклизме цепочку эту. Роговскую. Только там просто этих собирать осколки. 300 штук. Мне не понравилось, что это все усилило. Боже, медведи валять. Ковер такой лежит, да? Она у всех была, блядь. Вот именно, что к концу контента эти даггеры были у всех собраны. Угу. А что, на них нету, типа, конкуренции? Ты просто лутал их выше дракона. А потом на плащи в Пандарии. Что там еще было? Ну, там в Пандарии вроде только плащи были. А в Дреноре что-то было? Я Дренор пропустил. Кольцо было там. В Дреноре кольцо. А потом тоже по квестам бегали, да? В Легионе. Прикольно сделали, там то, что кольцо все. Прикольно было, то, что... Но в регионе даже с трэша падал. Как бы... Лиги. Скалировалось от всего рейда, короче. Если у всего рейда есть это кольцо, там урон от него шел. Это имбушечка тогда какая-то. Это как есть? Рост прожимаешь, типа такой хуйни. А там в начале КВ не было? Нет. Нет. И не было. Ля, на кровь, что ли? Квест на Ланутель. А что за квест на Ланутель? Спасти 30 там минут. Пандарика. Снести ее пасть за 30 минут. Куда, Рарник, ты бежишь? Он АФК. Что, он сказал что? Не знаю. Я чекнул, его нету. Вы что это там, что, блядь, там? В коридоре решили стоять или что?
поздно вынес. Вместо трех блюют 4. В Рей, один хуй, ультрадру, мордаунт. Стоите как 4 гомика вместе. Зачем? Встаньте получше на раньше. Под боссом спора есть? Там в Рей вроде место искал. Куда ты вторую несешь, ШП? Нахуя? Я не видел, что там есть сфера. Готовим сейф на эту гниль. Мастера хитьте. Забери еще раз. Я так-то ротация тут у кота, блядь. А 105 будет еще на одну кнопочку больше. Ой, лугнусь. Боешка. Один хуй это с ловкостью, братан. Или ты будешь агильным престом, блядь? Вдруг он палкой по голове хочет давать. Будет там разъебывать на БГ. Хуяк такой, блядь, с ловкостью подлетает, блядь. Кунг-фу панда, блядь. Это где-то мем был, этот поньк. Ну это боешка. Так, один хуй хуярит кровь, я понял. Сколько не было, да? Вот. А если, например, у меня будет посох, вот этот, вот, там же кровь нужна будет, да? Да. Ага. Понял. Ну как и осколки. А мне осколки-то, наверное, душу нужно или осколки? Ну, мне тоже осколки нет. Нужны будут. Ну сначала КВшки, кровь, потом души, потом осколки. Но там душ больше, чем надо, чем на шее. Там 2500, по-моему, душ. Угу. А потом 50 осколков. И джайную шлепнуть. Так, история зашла. Да, дайте сумму. Суманите его. Спасибо. 5, 4, 3, 2, 1.
Оп, объект. Ну, давно его не было видно. Бля, мне сейчас опять этот друид с прошлой гильдии писать начнет. Хоть плыви по ней в круизы. Ого. Так. Потрясающе. Ну да, еще Синдра упадет, вообще отлично. Все. БЦ получается. Благодарствую. Сотку жал стопудово. Угу. Ну я бомжик, я выживаю как могу. Понимаю. Чё там, Шэм близко, блядь. Заходите, чего вы встали? А, 100. Ну ладно. Кинули нас. Кидало, да? Максимальность. Жуков фармить без нас. Вообще. А за это что, тебе подается, да? Че продается? Ре подается за жуков этих? Нет, не дается. Ну, раньше же давалось. 2 недели назад. Да, давалось вроде по 5 репы. Ну, по крайней мере, я когда репу фармил. А я что-то и жуков не вижу. А, бля. Они кончились. И, других жуков перепутал. Кончились. Да, за этих дается. Потравили тараканов. Mm-hmm. Проф там перехимичил, блядь. Сделал дихлофос. Угу. Он губительный газ. А он просто тараканов не собрал за сегодня. А вот просто так, если подумать. Просто он починил трубы для подачи ядовитой слизи. Из-за чего, из чего он это все сделал, интересно? Вот, например, зеленую эту слизь из этого. Из какой-то травы зеленой, из аспида, наверное, да? А оранжевый газ. Может быть, из трупака, жижа. Ну, мне кажется, это... Ну да, но он же не... Темная слизь. Это из трупака, темная слизь, а это газы. Почему она зеленая? А газы откуда? И почему они раньше? Ну, газы, ну, потому что человек выделяет газы, а... Возможно, газы это просто от трупов, нет? Да, а они-то могут воспламеняться так-то. Ну, прикинь, только тебе нужно трупного газа собрать, чтобы он тебя не... Ну, он же нежить. Там, ну, волка, видал, сколько трупаков ходит? Прикинь. Чё, дайте рыбку. Тут стал вопрос, если в ЦЛК... Это гниль зеленая, наносит урон, то почему в подгороде она не наносит урон? Спасибо. Там она своя, тут чужая. И потому что трупак. Это как с соплями. Свои ты можешь съесть, а чужие нет. Хороший, бля. Это объясняет. Жестко, да. По факту. Эх, хукмастера нету. Свое не противное, так сказать. Твое не воняет. Базар. Особенно с похмелья. Нет, там глаза аж режет. Я-то думаю, почему не могу понять. Почистил зубы, я нет, нормально, что это. Дышишь себе в руку, а ничего не понять не можешь. Отличные новости, народ! Как усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Холокаст. Ребят, не стойте, выходите.
Я понял. Ты мне в стол улетать, да? Да. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Вив, скелия, история, ультрадру. Словили пельмени. Лагает. У вас не лагает? Нет. Подлагивает. Особенно на пельменях. Особенно в этих четверых, да? Да, лагает, пиздец. Жестко. Да вообще пиздец. Красный. Вивс, МВП, Султан, пельмени. Поздравляю. В Герри это был бы уже вайп. Хилы ловят пельмени. Никому хилить рейд. Пельмени отпрофалитят, если что, чем дальше от него стоите, тем дольше на вас будет лететь пельмень. Имейте это в виду. Зеленый есть. Нахуя, нахуя маг ты там стоишь? А, и это нахуя ты сделал? Я понял, блин. Это зря. Там же, блядь. Вадикона захилить? Вставалку потратил. Ультрадру, мордаун, туресы. Красненький. Пельмени. Уведи его. Значит, одновременно, если из дня убиваем, мы профы переводим. 9%. Лужи ебаные. Успею выпить, нет? 2% по профу сильнее. 4 секунды до вызова. Успели, нормально. Только лужу не успел выпить. Давай сюда поведем. Вправо идите просто, по часовой. Holocast. Колба отбегаем. РТДшники наперед только не стойте, там за лужей где-то стойте, чтобы это... Так, 4 стака забираем. Ну КД таунт, хули. Ёбаный в рот, да? Даларан, в следующий раз беги с ним. Мне понравилось. Так, покоритель. Удачно. Можно сказать, осколки сыпятся, но... Да. Защитник. Блять, всегда бы так они сыпались с обычки. На первом рейде так не падало. Там Биг Дэм, наверное, локти кусает. Последнее желание. Меч предназначения, блять. No. Если никому не надо. А, на бесплатно эту парашу. Кстати, ну, на сервисе вообще никто не пользуется. Я помню, на прошлом Чероке играл. Танки в основном брали ее. Это хуйня бесполезная.
Как бы дырку в нее сделали, блядь. Че, квест сделаем? Конечно. Я так понял, с каждого босса по осколку выпало? Почти. С некоторых с двоих не выпало. С некоторых по два выпадает, блядь. Прикинь, по два осколка бы выпадало. Это... А как здесь? Как здесь? Как обычно. Нет, просто... Веди трэш. Можно сюда вести трэш с помощью... Через игрушки. Какие игрушки? О, какие... Да варлок пусть оком просто приведет и все. Ну, я видел через игрушку, мы тащили. Охуительная игрушка, мне нравится. Все, уже к вам идет. Танки. Ну, дай подбежать, ну. Поставьте шкаф. Эй, куда пошел? Давай Вальку пока ебанем. Давай. Только одну пачку агры? Или половина? Скажите, когда Вальку заберете? Тварь ебаная улетела. Береги, веди, чё ты? Всё, иду. Бегут. На меня бегут. Тактика, наверное, первая. Можно чем угодно, только вряд ли ты бетом их заберёшь как-то так. Пачка пошла. Пачка бежит еще одна. Че, кроме меня никто контроль не дает? Или че? Не умеем? Да похуй. Я стану ПКД. Кто-то активировал. Кто-то зашел. Да, кто-то зашел. 30 минут пошло. Ну и похуй. Ну там все равно два моба остались, так что пофиг.
Ой, блядь. Спину ударил. Мышь. Так, когда активируется Келесит, ни один пидор, ни РДД, ни Милик туда не идет и не бьет его. Вообще, сука, стоите, нихуя не делаете. Не дай бог, сука. Почему? А кинетику? Ну, Келесит это с черными сферами моб. Если на пулю. Его танчит. Нет, ты говоришь, стоим, ничего не делаем, кинетику бьем. Его танчит Хукмастер. А на бомбах кто? Ну я хуй знаю. Кто дотянется? Хант, лог, блядь. Выводи, выводи его. Не, не бьем. Куда ты пошел? Или бьем? Ну что вам Войт сказал? Ну смотрите, если там агро, вон 270 агро. Только черные сферки на танке не надо бить. Если черные сферки с танка упадут, надо сейв давать ему. Он сдохнет. Он желтые бомбы подбивать. А, побежали отсюда уже, смена цели. Побежали. РДД подальше от босса встаньте. Шарик полетит огненный. Хант, тебе не надо эту хуйню? Опа, еще один осколок. Какой жирный сегодня целка. Я не говорю. Трэш, может, уже. Вот, например, если у меня сейчас нету никакого КВ, да? Ну, например, на вечный холод. Вот эти осколки, если они дропаются, я их могу, например, прорабить? Они мне упадут вообще? Нет. Нет. Понял. Я тебе больше скажу, ты их добычи не увидишь. Ага. То есть, типа, если только кто-то есть. Пока квест не возьмешь, ты не увидишь их. Понял.
квестах тоже не брал, но у меня фокер же видно. Ты их видеть видишь, но получить ты их не сможешь. А сам квест где велелся? На кого именно? Ну, на Джайну посох. Он с Гербом. У Ронина. Ну, сначала основу, а потом все у Ронина. Понял. Ну, сначала это кто? Темный шепот. Тебе надо выбить сначала это кого. А Миликом чё, в целках КВшку взял и погнал. Блять. Нечестно. Согласен полностью. Ну слушай, а у Милика, точнее у РДД, блин, Джайну убей, а у Миликов нет такого прикола. Ну я и говорю, нечестно. Нечестно то, что вообще добавили посох. Потому что по сути его не должно быть. Ну как Джайны. Да, и как Джайну. Вот Джайну добавили и посох сделали. Да вообще Т5 нечестно, нахуй. Давайте я не буду Т5 выбивать. Т4. Да, все распылили свои Т4 быстро. Т4 тоже, да, распыляем. Пойдем в Т8, да. Т10, чё это? Ну хотя бы Т10, не хватит. В Т7 с Накса, нахуй, пойдем. Да и вообще... Да, тогда ДПС. Без Т4, а? Санвел, пойдем Т6 убивать, короче. Заранее? Заранее, да. Вдруг потом он превратится в апнутый. Еще бы он открытый был, этот Санвел. Но, да. Заперли двери все. Т6 же Black Temple. Black Temple, Хитжал, ну, Санвел тоже. Интересно, Санвела будет падать лук легендарный? Думаю, а да. А в этот еще вершина Хиджала же там еще. О, блядь. Ой, сейчас бах просто. Бах, трах, ну-ка. Ебай. Опа. Не да, так. Мы этим рейдом быстрее идем. Че вы там справляете? Ну, в прошлом рейде на 15-й минуте подошли. Колонантели здесь 21-я минута. Бита? Или подошли? Не, подошли на 21 минуте. А в первом рейде на 16 минуте. Или куда он побежал? Куда побежал, блядь? Ну, если нужна будет помощь, я его скоро. Ты чё, ну, мистер? Вот и 15-е. ГП. Давай ГП, да, конечно. Ложимся? Ну, это ГП. Если никто не умер, нет. Двойное, блядь. Ложитесь. Булку соберите. А, понял, ложимся тогда. Да нахуй надо, нихуя не расставил, блядь, ничего не сказал никому. А куда он побежал, блядь? Дайте диван. Спроси диван, у него. Пошел один на один, посохом пиздец. Да посиди. Да не, сейчас. Нахуй так жить вообще? Может там жена у него? Да, пожалуйста. Это не он, скажет жена, пошла. Залагал. Быстрее умрите. На встречу с Агри. Только, блядь, похвала пошла, что быстро пошли. Нельзя так говорить, блядь. Кто-то решил просто зафейлить. Сразу же мистер. Вот тебе 19 минут, мы сюда пришли. Он фанат первого рейда. Наверное. Синтек-то где там, ебаный рот? Помощь нужна, да? Чё, блядь, заходить напало? Сука. Чубичи, что ли? Да в натуре, блядь. Это просто... чтобы это конкурентов выбросить и зайти в рейд. Что делать? Рарник еще говорит, куда пошел? Я смотрю, такое тело. Так он так медленно подходил к ней. Показательно один. Ой, блядь. Сейчас прибежим, забафаемся. Как раз так и получится 16 минут. Сука, вот знаете, блядь, вот какой мудак придумал, что эксклюзив на PS5, нахуй? Я рот того ебал, блядь. Почему оно было? Еще на четверку. Сука, тварь. На Соньке же всегда эксклюзивы были. Да пусть они в жопу идут, сука, эксклюзивчики. Пускай сразу выпускают на ПК. Ну, блядь.
Ну подожди, года полтора, да. Ну, бля, полтора. Ага, конечно. Полтора это мало. Я пока буду даже ждать, 2 года. Я не знаю, что меня будет веселить, блядь, эти 1.5 года. Мы тебя будем веселить. Это пиздец. Я смотрел это прохождение вот 2018 года, когда God of War вышел. Ебать, думаю, нихуя игры делают. И потом такой искал еще, как это запустить на ПК, короче. Такой там на Ютубе ролик, блядь. Я такой смотрю, как запустить на ПК God of War. Такой включаю, блядь. Там челик берет PlayStation на комп, ставит и запускает, блядь. Да-да-да, как запустить, да? PS4 на ПК, да? На ПК, да. Ну не PS4, а God of War, блядь. Сука. Наверное, так же с этой будет. С Рагнарёком, блядь. Не, ну, я вот в Вальгалу играл. Assassin's Creed. Ну, достаточно угарная тема. Только вот отличается она тем, что сюжет там слабее. Не, ну основной сюжет, он нормальный. Но, блядь, с Кратосом не сравнится никак вообще. То есть, там тоже нормальный тип, нормальный персонаж. Ну, гринда дохуя. И мир большой. Сюжет самая лучшая часть. А я вот... Давайте быстро сели, похавали. Надо дойти еще до этой хуйни, до всей. Не играл. Мне еще с первой части предстоит играть. Так что, может быть, впереди у меня интересная игра, блядь. Assassin's Creed, блядь. Ой, мистери где-то пропал. Да бегу, я бегу, говорю. Это да, отошел я покурить. Скажу, а сегодня. Это... Че? Как его? Малая, короче, на шофары. Я понял, надо тебе ГП тут подзаремонтовать, блядь. Да я видел. Да, малая постаралась. Был первый по проценту. Ты забыл распылить, блядь, после таких побед. Ты персонажа выключай, если чё. Так, ну на взлетке, короче, вот так. Чё, вивс по центру, только на взлетке, а так можешь возле босса стоять. Остальные хилы. Давай. Турет, кружок. Мардаун, звездочка. Надеюсь, вы выбежите с ними. Не ходите сейчас, сейчас не ходите. Уйдите, сейчас никуда не надо. Кто там бегает, блядь? Он опять хуячит просто. Смотри нахуй, уйди оттуда, блядь. Ёбаный урод, сейчас запустит. Или малую за компа. Уйди оттуда. Уйди с центра даже. Вот где мы стоим, тут все стоят. Так, хилы поставил метки вам, это на взлетке вы стоите. Значит, на первой взлетке сейф дает. Короче, на тьму рарник дашь. И, короче... На хп дашь этот самый холиприз, дашь на себя дух и дашь на хп. Ну и это. Ну и хватит. И вивс дашь массакру. А на второй взлетке хукмастер Т4 дашь. И короче 2 ДЦшника на себя зубы и гимн на хп. Дадите. Вот. Ну в принципе шпшники по своему усмотрению можете сдать, если уверены, что не сдохнете. Если вы в РНЖ стоите нормально. Вот. Ну и это. Что-то еще. А, присты на себя антифир вешайте перед пулом. Челика, который с тенями будет бежать, надо будет сдиспелить фир. Вот, и захилить. Ну и на взлетке самое главное, думайте об этом, о выживании. То есть рейндж набирайте, сейвы прожимайте, камни жрите. Локи похищения жизни кастуйте. Все, этот самый хукмастер только автоатакой бьешь. Ни ЛПшки, ничего не тыкай на пулы. Все 3-4 на пула, на воида, на мишку. Все готовы, даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас поднаберу, да, отведу подальше. Спирит. Спирит скиллованный игрок, у него там куш сразу.